Вот сейчас я покажу, как можно воспитать в домашних условиях вот жука-носорога. Ну вот здесь на булавочке, например, вы хотите поставить себе в коллекцию парочку жуков-носорогов. Вот это самочки, надо сказать, этих самочек, вот в эту коробочку, я не замаривал, потому что они повреждены. Вот они немножко разбитые, их можно найти на дороге, например, просто на асфальте в городе. Вот я их нашел в июле месяце в Киеве. Вот они немного побитые. Часто они выходят из своих мест обитания, как я сейчас покажу, какие у них, где они живут и где окукливаются. И часто на них просто наступают люди. Вот грудь раздавленного жука. Такого тоже, конечно, можно собрать, поставить в коллекцию. А где же живут жуки и как же их можно воспитать? Прежде всего, нужно найти личинку. Личинку найти сложно, если вы в городе. Однако вы можете поехать, например, на рыбный рынок и купить там больших личинок жуков-носорогов. Их используют для рыбалки. А потом нужно их посадить вот в такой садок, в пластиковый садок с грунтом. Вот здесь с грунтом, в грунте у меня уже образовались куколки. А даже здесь один жук просто убежал. Вот сейчас расскажем сначала. Вот вторая куколка в таком коконе, в гнезде. И также погибшая еще бронзовка. Вот берем такую пластиковую коробочку. Для нее нужна, конечно, крышка. Закрыть ее нужно, насыпать грунт и, конечно, желательно завернуть в полиэтиленовый пакет для сохранения влаги, да и чтобы личинки не ушли, потому что личинки очень активные, начнут двигаться и они будут часто вылезать просто из коробки, в пакете они никуда не убегут. А вот нужно насыпать грунт. Грунт можно насыпать любой, со временем он станет вот такой очень рыхлый. Рыхлый почему? Потому что личинки начнут питаться и грунтом, перерабатывая. Кроме того, нужно положить им вот таких деревяшек. Таких можно найти прелого деревяшек около домов, например. Спиленные дома, спиленные около дома деревья образуют такие гнилые деревяшки, в которых развиваются, в общем-то, личинки жуков-бронзовок. Вот они тут повыедали. Огромные такие ходы. Дыры. И как раз вот в коробку вместе с грунтом желательно положить такую гнилушку. Гнилушка будет радостно воспринята жуками. И они перелопачивают ее, образуют множество вот таких такого переработанного древесины. И потом вот такого очень рыхлой. Рыхлого грунта. Наверное, для цветов его нежелательно использовать. Тут слишком много древесины. Если вы содержите крупную личинку, которая уже больше, наверное, 5 сантиметров, можно ожидать, что она у вас окуклится. Что и произошло вот здесь у меня в садке. Личинка делает такую камеру. Она ее изнутри отглаживает. Ну, здесь вот камера как раз. Личинки жука-носорога, но личинки самой и куколки нет, потому что она погибла. Из 5 личинок жуков-носорога вот осталось у меня 3. В одной камере я нашел вот погибшего, недавно сформировавшегося имага жука-бронзовки. А вот там, если внутри заглянуть, вот там мы видим как раз куколку жука-носорога. Шкурку личинки. Где-то через месяц содержания крупная личинка окуклилась, и она сидит там в камере. Вот здесь вторая, когда я их вынимал на грунт, обнаружил 2 таких интересных кокона размером примерно вот с яйцо. Это не кокон, вот такое земляное такое яйцо. Внутри как раз будет личинка, а вот здесь я как раз заметил, что здесь уже была имага. Имага здесь. Почему? Потому что оно там шевелилось активно и было блестяще. Однако я не успел, и жук убежал. Если мы его найдем, покажем. Осталось вот шкурки
как раз от куколки. Вот видна головная капсула. Великолепно, вот такая крупная, красивая. А вот и сам кокон такой, земляной, гладкий. Колыбелька такая, колыбелька. Сейчас попробую показать, как вот она выглядит. Например, взяв другую, если она не рассыпется. Вот, внутри как раз находится куколка, она шевелится. Скоро выйдет. Вот одна колыбелька. Вот вторая колыбелька. Вот. Наблюдаем. Ну, можно ее не трогать. Вот здесь все-таки сохраняется влажность. В этой колыбельке. И от грунта идет влажность. Через какое-то время можно ожидать, что выйдут и жуки. Вот, а вот здесь, вот видите, здесь та самая погибшая бронзовка. Да, я сказал, что две куколки погибло. Одна была полностью источена мокрицами, а одна просто превратилась в такую плесень, заплесневела. Потому что что-то вот она заболела, на нее попали грибы. Здесь личинки обычно ходят, они очень активны. Они здесь потребляют вот здесь грунт и кусочки дерева. Растут, а потом вот себе так окукливаются в такой колыбельке. Через некоторое время выходит жук. Его можно, конечно, выпустить, потому что жук носоров находится в красной книге. Но если вы завзятый коллекционер, может быть, поставить в коллекцию или найти такого вот погибшего жука, например, где-то на улице. Тоже будет дополнение вашей коллекции. Вот так вот можно просто легко вывести у себя дома не домашнего, а вот обыкновенного жука-носорога. Будет ваш домашний питомец. До следующих встреч. Удачи!